Так, всем. Всем привет. И сегодня мы будем играть. Да, конечно же. Да, здесь, конечно, будут шорохи. Но извините меня, пожалуйста. Микрофон находится... Блин, очень... Ну... Там, где вообще... Распродажа. У меня ж маслкар уже есть. Ну ладно. Это типа все. Это другой вообще маслкар. Я хочу не сам. Мой любимый. И... Элита. Ладно, элите. Я от этого тоже достал. Каждый раз. Блин. Да, то что... Извините меня, пожалуйста. Сейчас, подождите. Ты еще не сделал? Нет, это геометрия, там писать надо. Я думаю, на телефон, там столько. Ты покушаешь. Там столько писать. Иди покушай, потом мне придет. Я сейчас быстро. Что вы дозвали, закон? Так, извините меня, пожалуйста. Да, пришла, сказала, что... Ой, блин. Извините меня за шум. Да окей, все. О. Маслкар только надо. Да? Давайте. Аудюшка. Алексу. Так. Давайте на это. Лучше-то надо. Так. Да, блин. Блин, подписчики, друзья, короче. Пожалуйста, дайте, ну, название или ссылку такой игры, там где дрифт онлайн. Дрифт, короче, по сети. Чтоб можно с кем-то было играть. Короче, ну вы поняли. Чтоб можно было дрифтить. Играл в эту игру. Но забыл, как она называется. Так, сам. Блин, реально, я не помню, как она называется. Мне дрифтить надо. Это вообще на какой-то тычили. Я пошли вообще. Россия. Так, я, наверное, буду самый первый. Класс, это у меня, наверное, такой маслкар. А, это вообще Lexus. На Lexus еду. Блин, озон какой-то. Так, наверное, нормально. Я еще завтра, когда я приду домой. Завтра же пятница. Наконец-то. Ой, нет. И, короче, и я засниму видосик. Ну, если вы мне, конечно, пожелаете какой-то этой гонки по... Это гонка, блин, дрифт по онлайн. То я засниму. Может, еще ложек. Если моя мама разрешит мне ее телефон взять.
то, что я сейчас на ее телефон играю и записываю видосик. Скачал Асфальт 8. Взломку. То есть там, ну, тяжело зарабатывать деньги. Короче. Хотел купить себе там Nissan GTR. И Bugatti, и Zentorno. И вот этот вот. Блин, как там? Tesla еще. Ну, скачал все, захожу в эту вот игру. Асфальт 8. И там надо обновить. Я нажимаю обновить и, короче, выбивается Play Market, да, как обычно. Там на Play Market написано только открыть или удалить. Ну, я взял, удалил, скачал это Asphalt 8 обновленный и, короче, все равно та же самая фигня. Everybody. Музыка тихо какая-то. Вот это нормально. Все, пока я место понакупляю. Я не хочу на Lexus. Ауди. Блин. Печалька. Ладно, тогда. Блин, выберу. Выберу какую-то. Может, легенду. Поршик. Да. Ну и поршик какой-то. Пока я хотел на это. Мат. Разнообразно. Здесь так, здесь так. Так вообще только цвет-таки не черный, белый. Черный, конечно. Может, что-то еще поставить.
выбрать. У меня такой от Porsche есть, который справа. Вот этот Nissan GT-R. Ох, сколько салончиков. Арабский Эмират. Класс, какой салончик. Двадцать два игрока. Я так вот это мне. Даже не посмотрел, сколько у него лошадей. Лошадей не все. Ох, как прет. Этот, который спор... Это... Короче, вам покажу Porsche. Чисто Бэпан. Чисто Porsche Бэпан. Сейчас я один кружок еще пройду. И все. Почему тебе поразговаривать? Здорово, пропустите золотому Porsche. Видите, украинцы. Какие-то дебилы здесь играют. Ладно. Я вам сказал, что я еще один кружочек. Играет, и все. Я обещал ему Porsche показать, да? Сейчас она загрузится. Так, сейчас. BMW M6. Это не он. Hyundai Turbo. Вот, наверное, это он. Нет, это не он. Не могу найти. Да где ж он? Нормально. Капец. Это надо здесь показать. Вот он. Даже мои не жалко. Так вот еще. Так. А что-то я... Ладно, можем купить какой-то.
какой-то другой Поршик. Вау. Красивый. Блин. Знаешь, пиздите. Сейчас, ребятки. Когда покупаешь тачку, можно еще тачку купить. Ну это вообще надо. Ту легенду. Какие все называют. Ты смог уже не смог купить. Так, мне его сейчас надо улучшить. Так я же его покупал, блин. Блин, достали уже. Может, баху какую-то купить? Пацаны. Пацаны, смотрите на это. Там же еще какая бэшка была. Еще я быстро ее улучшу. Короче, доставка-то придет. Та доставка придет через 2 дня. Ну, когда я ее закажу, я вам в этом на YouTube выложу, что я уже заказал. Через 2 дня она приходит. И я делаю распаковку и потом показать. Вот это бэтбан. Бэтбан на стене. Может пока вместе. Блин, какую-то тачку потерять. Ты бы точила купить новый. Ни Porsche, ни Nissan. Хочется такую, блин, боевую тачку. Ну, боевую. Мощную. Вот уже тачка. Которая в Top Gear участвовала. Разве у меня с этой есть? Подожди. Блин, я даже не знал, что у меня такая тачка есть. Еще подзырим. У меня разве такая стоит? Ты бы мне вообще такую тачку не покупал. Yeah.
потому что ТПШ не на уровнях открывается. Вот это минус этой игры, что они на уровнях открываются. Да, это классно, всем это нравится. Не нравится. Некоторым нравится, некоторым нет. Вот мне нет. СРТ какой-то. Доджи. А нет, да. Класс, я купить. Вообще вайпер. Вайпер актив. Вайпер актив, что есть такая тачка, блин. Может, это мотоцикл. Если что, извиняюсь, я замолчание. Итак, все загрузилось. Что это было так что? Пускай какая-то Ламборджини. Я могу хоть ламбу какую-то купить. А, это Феррари вообще. Такой стрёмный значок. О, господи. Какая-то там ламба была. Ой, Феррари. Я могу ламбу купить. Пацаны. Всем будем смотреть, как ламба будет ездить. Когда я ее учу. Вообще вот я один турнир съезжу. Погнали. А может, я сейчас так буду, потом одну гонку сыграем. Mm-hmm.
У меня лучше. У меня она прокачана. Давай. Гни-гни-гни. Жир не дани. Че? Блин. Фальстарт. Я завершил, я победил первое место. Ну, 9 уровень. Сейчас все было 9. А это? Ну. Может, какой сейчас, подождите. Блин. Как это чего купить? Давай быстрее загружайся. Ой, вот это Бентли вон. А он... Aston Martin. Ариэль. Понятно. Откуда взялся порошок? Ариэль. С этой машины, с этой марки тачки. Я не понимаю, что за тачка. Mercedes-Benz. Mercedes. Holden. Какой-то телефон новый рекламирует. Не буду говорить марку. Чтобы Бугатти была активирована. Открыть удовольствие. Пожалуйста, пожалуйста. Ну не. Все самые топовые точки. Кти? Кти. Это, наверное, одна тачка. Песни какую. О, музыку какую. Музыка какую вангая. Все, пацаны, сейчас буду на ней кататься. Сейчас подъем, как она катается. Кстати, блин, как ездит.
красиво, учет надо было 8. Такая музыка, прям. А нет, хочу сказать тебе, и лайк поставь, и подпишись, что-то там такое. Все, пацаны, я погнал на этот чел. Хочу сказать тебе. Хочу сказать. Послушайте, пожалуйста, пока мы с тобой зону. Погнал на этой тачке. Хочу сказать, лайк поставь и подпишись. О, как она, как передача быстрая. Хочу сказать тебе, давай поставь, что там такое. Я с Аудюшкой буду соревноваться. Я буду. Еще раз. Хорошо, если. Сейчас вот подойду. Блин. Телек сейчас выключен. Извините за шорох, который был, наверное. Я не знаю. Я вообще на Андрюшке не катался. Я вообще на бэйх ушировал. Так быстро.
как-то замолчала. Ну ладно. Всем пока. С вами был я, Илья. И давайте всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, что, блин, как менять. И ладно. И всем пока. Желаю вам удачи, успеха и любви. Всем пока.